Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджано Самайуктам Биндаванам Манохар Ванча Калпатаруваща Кипасинда Бевача Патитананг Павунебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирам Джаткипатамахам Банде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббхи Пиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тату Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрасья Пракасанича Саданурапта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхайям Сада Парибхавагна Вавишчадухам Тетас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарнаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Виспуриджита Кимапигапаваду Свадарши Пурнан Рагараса Сагара Сарамурти Шарадхикамай Кадам Кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Санкетаной Кавитару Камала Ятакша Вишамбару Дижавару Джугадхар Бапалу Банде Джагат Приякару Каруна Батару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин ча муктин ча дадасиниттам Бхаванурупена саданаранам Ганга таранга раманья жата калапам Гоури нирантара бивуши тобам бхагам Нараяно прияманамга мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишьянатам Вагишаджасья Бадане Лакшмирджасья Ча Бхакшаси Ясьясте Хриде Самбид Вам Нисингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам,
Рам Рам Харе. Пиванти же Бхагавато Ватманаху Сатам Катхам Ритам Савана Патиш Сангритам Пунанти Те Вишая Видисита Сайам Браджанти Стаччарно Сарорухантикам Пиванти же Бхагавато Ватманаху Сатам Катхам Ритам Савана Патиш Сангритам Пунанти те вишайо видишита сайам бражанти те чарно сарорухантикам бражанти тат чарно сарорухантикам Гаурия Госчипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told when Supreme Lord coming in this material world to advise as an advisor in this material world. Гаудия Гоштибати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что когда Верховный Господь приходит в качестве наставника в этот мир, чтобы давать наставление остальным, Он и есть Гуру. Шила Прабхупад сказал, что когда Верховный Господь нисходит в этот материальный мир как советник, то тогда мы можем видеть его в форме гуру. И вот нет разницы между Кришной и гуру. Если я хочу прославить то кого-то, то мы больше должны прославлять Гурудева. Гуру и Кришна не отличны друг от друга. И также вчера я говорил об этом. О том, что если вы не обретете совершенного ачарью садгуру, то нет никакого вопроса обретения Кришны, ни в какой жизни не появится. Вы можете совершать что-то похожее на баджан, но это именно похожее, а не баджан. И поэтому очень важно, что если вы обретете садгуру в этой жизни, то тогда, если ваше самопредание на 100% идеально, нет никакого лицемерия, двуличия, и тогда, несомненно, вы обретете силу и сможете совершать баджан. Если у вас нет никаких оскорблений, то тогда нет сомнений, что вы станете успешным. Я никогда не хотел сказать, не пытайтесь понять меня неправильно, я не говорил, что нет ачарьи, я такого не говорил. Это Сиддханта Вирод, это неправильное Сиддханта, я никогда не могу сказать, что нет ачарьи в этом мире. Ачарья, несомненно, есть, но мы слепы и не можем видеть его, и в этом наша проблема. Из-за нашей слепоты мы, из-за того, что мы не находимся на нейтральном уровне, а пристрастны к чему-то, из-за этого мы не можем понять абсолютную истину. В этом главная проблема. Поскольку Джаганнатх, он не столько слаб, Парадхилешвар, Брамандананатх, Джагадиш, властелин всех вселенных, он не настолько слаб, что он не может послать одного ачарью в этот мир для спасения обусловленной души. Я никогда не говорил этого, я просто говорил о текущей ситуации, ужасной ситуации, которая сейчас происходит. Об этом я говорю, особенно когда Шрила Прабхупад, он уже сказал, что Бхактивинодара, она никогда не оборвется. Бхактивинодара, она никогда не закончится. Хотя внешне мы не всегда можем видеть ее, но все же поток учения Бхактивинодакура, он продолжается, никто не может уничтожить его. Но пытайтесь понять, что Шрила Прабхупад хотел сказать, иначе если в начале баджана мы совершим ошибку, то это плохо, и мы не сможем видеть улучшение.
Шрила Бхактивинода Такур говорит, что мы повторяем харинамы, вроде бы приняли прибежище у Гурудева, соблюдаем экадаши, джанмаштами, посещаем святые места, все делаем, но почему прогресса нет в нашей духовной жизни? И какова же причина, почему мы не думаем об этом, почему мы не прогрессируем, если все хорошо? А если все хорошо, то почему нет прогресса? И вот это сегодняшняя тема. Сегодняшняя тема Шрила Прабхупады и его идеализм. И вот смотрите, я не могу сказать, что нет ачарьи, но вы можете вспомнить, Шрила Прабхупада хотел дать нам, напомнить нам все время, что вы все пытаетесь понять разницу между Бхактивинодарой и то, что не является ею. Шрила Прабхупада всегда говорил, пытайтесь понять особенность Бхактивинодары, пытайтесь понять разницу между Бхактивинодарой и то, что не является ею. И тогда никто не сможет обмануть вас, никто не сможет обмануть вас, Шрила Прабхупада говорит. И в этом случае, если вы поймете разницу между Бхактивинодарой и то, что не является ею, и тогда никто не сможет обмануть вас. И тогда под именем Бхаджана вам не нужно присоединяться к каким-то обманщикам, чтобы быть обманутыми. Этого не нужно будет делать, и этого не произойдет. И это главное. И Шрила Прабхупада снова и снова говорит, что если мы сможем понять, что хотел сказать Шрила Прабхупада, но мы, к сожалению, неудачливы, большинство из людей неправильно поняли Шрилу Прабхупаду. Что говорить о большинстве людей? Даже некоторые его ученики, они не смогли понять и осознать, что хотел донести Шрила Прабхупада. Такие великие ачарьи, как Шрила Кешава Госвами Махарадж или Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, Шрила Прабхупад, своей милостью, Шрила Прабхупад, он хотел оставить ачарью в этом мире, это несомненно так. Шрила Прабхупад хотел оставить ачарью, но он думал, после того, как я уйду, что будет дальше, что случится? И после этого Шрила Прабхупад сказал нет. После того, как я уйду, у меня есть надежда, что может быть какой-то хороший ачарья останется. Но все же Шрила Прабхупад никогда не хотел показывать эту процедуру выбора ачарьи, поскольку Шрила Прабхупад знал, что какие-то из его учеников, они на 100% следуют ему и, несомненно, они станут ачарьями. Если Сиддхартха Госвами Махарадж не ачарья, то кто тогда ачарья? Кто тогда ачарья? Пытайтесь понять, что я хочу сказать, иначе мое сердце разорвется. Я очень горд нашей Гуру Варгой. Если Сиддхартха Госвами Махарадж не ачарья, то кто тогда ачарья? Как это возможно, что все качества, что все качества, имя, слава и все остальное, как это возможно для Сиддхартха Госвами Махараджа? Он написал такой прекрасный вот киртан Прабхупада Аштаку, как это возможно? Он описал, кем является Шрила Прабхупада. На самом деле это полностью описано в его Аштаке, и поэтому я не могу сказать, что нет ачарьи, но что я имею в виду? Под руководством Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура я хочу сказать, если бы Кешава Госвами Махарадж не ачарья или Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж не ачарья, то кто тогда ачарья? Шрила Прабхупад.
Он хотел показать нам, что выборами нельзя выбрать ачарью, и это Сиддханта. Но суть в том, что если в жизни Гуру Падпадмы, если в лиле Гуру Падпадмы, если Гурудев, он четко понимает, что вот этот конкретный ученик, он Снигда Шишья. Он совершал такую уникальную гуру-севу. Гурудев, он также чувствует, что он не сможет отплатить его за его служение. Шрила Прабхупад много раз говорил так. Это у нас тема другая, это тоже обширная тема. И вот что я хочу сказать. Сиддханта, который хотел показать нам Шрила Прабхупад, она правильна. Даже в земной лиле Гурудева, если Гурудев какой-то Гурудев обнаруживает Снигда Шишью, то тогда, согласно Сиддханте Шрилы Прабхупады, Гуру Падпадма может видеть то, что этот ученик конкретный, он мой гуру. Поскольку Садгуру всегда думает, что он мой гуру, а не ученик, он есть Садгуру. И если Гуру Падпадма может видеть, что он на 100% идеален, что вся Сиддханта, весь Ачарон, все идеально в его жизни, это знать, и какова Сиддханта в этом, Ачарья самопроявлен. Благодаря Гуру Севе, этот ученик того великого Ачарья, он проявляет свою Ачарьятву автоматически, это самопроявлено, а Гурудев только указывает на это, что он следующий Ачарья, но это не значит, что Шрила Кешава Госвами Махарадж совершил какую-то ошибку. И также мы должны помнить, что вчера я хотел, вот говорил об одной теме, сейчас я продолжу, и какова же Сиддханта. И вот Сиддханта в том, что какие-то проблемы могут быть, если это одобряется, что кого-то сделать ачарьей, но таким образом непрерывного потока Бхагаваттату и Гьяны не получить. Это вот очень научная тема, и вчера я хотел обсудить это. И таким образом, из-за разнообразия человеческой природы, разнообразия во мнениях, существует кто-то следует принципам, которые показаны нашей прежней Гурвагой, а другие, они пропагандируют и следует каким-то пашанда муту. То есть, и вот здесь ясно говорится, Кришна хотел обсудить это с Удавой. О, Удав, очень сложно. Поток парампары Бхагаваттатва Вигьяна, она должна быть в неизменном виде, она не должна изменяться. Мы не можем менять ее, и никакого осквернения не должно быть. Она должна быть в первозданном виде, как Мадхавина Пурипат и Ишвар Пурипат, как Бхактивинода Тхакур, Гокешвар Дас Бабаджи Махарадж, Шрила Прабхупад, Шрила Кешава Госвами Махарадж. В жизни Шридхардев Госвами Махараджа, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа нельзя найти ни одного пятна. Их жизнь безупречна, настолько чиста. И у меня нет способности прославить их имя и славу. Настолько велики они и настолько мал я. И только под руководством Гурварги я хочу показать эту абсолютную истину. Я хочу повторить то, что они говорили. Если я успешен по всей вашей милости,
все преданные, которые слушают, я хочу взять пыль с их лотосных стоп, поскольку без их милости я не могу говорить правильно, это невозможно. И поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами снова и снова говорит. Те, кто читают и слушают эту книгу Читания Чайтамриту, я хочу поклониться им, их лотосным стопам. И вот смотрите, если Кришнадас Кавирадж Госвами может сказать так, то как я могу говорить о себе, что я татвавид, я великий ачарья, что только я знаю татву? Нет, я никогда не говорю так. Я говорю, что я про себя, что я собака моей Гуру Варги. Никогда не пытайтесь понять меня превратно. Я собака нашей Гуру Варги, и моя обязанность гавкать, если я вижу что-то негативное, я лаю и пытаюсь это как-то обличить. И вот, как вот в этом киртане говорится, эти слова. И таким образом, под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура, я хочу повторить, что если я успешен по вашей милости, чтобы проявить Гуру Таттву должным образом, если я могу открыть глаза тех, кто слепы, то тогда я очень счастлив. Поскольку если они смогут ясно понять Гуру Таттву, Вайшнава Таттву, Ачарья Таттву, это все едино. Кто Гуру, тот Вайшнав, он же Ачарья, тогда нет никаких проблем, и вся ситуация в этом мире изменится сегодня или завтра. Я обещаю, это должно случиться. И вот смотрите, помните. Мы должны зависеть от настоящего источника, от которого мы ожидаем получить чистую, непрерывную харикатху без всякого запаха осквернения. Никакого осквернения не должно быть там, и тогда я уверен, те, кто искренне, те, кто хотят обрести указания абсолютной истины, те, кто следует вся сиддханта, они могут стать успешными. И так или иначе, какие-то негативные эти представления, концепции появляются всегда с самого начала. Но это не такая проблема. И вот, когда Баладев пришел в этот материальный мир, чтобы убить этих пашант, этих безбожников, Нитянанда, у него была такая миссия, и вот Шрила Прабхупад говорит, Нитянанда, Баларам, они посылают могущественных саду, гуру и вайшнавов, которые возрождают подлинную ситуацию, и Бхагаван, Верховный Господь, он также сам иногда является. И вот согласно этой шлоке, есть много обсуждений этой шлоки, но некогда их все обсуждать. Но суть в том, что чистые саду, они никогда не говорят, не молятся Верховному Господу, чтобы Он спас их, поскольку нет никакой материальной опасности в их жизни, но гопи и те чистые саду, они иногда говорят, они так иногда говорят из-за того, что они находятся в океане разлуки, они не молятся Кришне ради каких-то материальных проблем, а если они молятся Кришне, то из-за того, что они чувствуют глубокую разлуку, они в океане разлуки.
О, Гакуланатху, Раманатх, спаси нас. И вот гопи, они молятся таким образом. И вот это слово Виджанарнават как-то так. Это океан разлуки. И вот та шлока, с которой я начал. И это шлока из Вед. Ачарья Ван Пурушо Веда. Это не вопрос споров. Это вопрос нашего выживания. Это вопрос моего выживания. Вопрос выживания моей Гауди Сампрадаи. Материалисты, борцы за свободу, готовы оставить жизнь ради своей страны. А почему мы не можем оставить жизнь за нашу сампрадаю? Почему наша ситуация столь плоха? Деградация человечности – это очень плохо. Почему мы не можем оставить жизнь ради Гуру Варги, ради Шилы Прабхупады, Бхактинода Такура, ради Шри Читания Вани, ради сампрадаи? Почему мы, у нас нет такого посвящения, и поэтому мы обманываемся из-за недостатка нашего самопредания, поэтому нас обманывают. А если мы, полностью предавшаяся душа, готовы отдать жизнь за нашу сампрадаю, Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур говорят, чтобы исправить всю ситуацию, чтобы утвердить должную сиддханту, если вы... Вам придется сражаться с различными мафией, так называемыми ачарьями, то проблем нет. Вы все равно должны это делать ради блага Гуранги. Вы не любите Гурангу. Если вы любите Гурангу, почему бы вам это не сделать? Какие-то проблемы могут возникнуть, но мы должны решать их, несмотря на возможные последствия. Если мы обретаем подлинную сатсангу, если мы обретаем подлинную сатсангу, то зачем думаем об этом? А если думаем, то значит, что готовы совершать сатсангу также. Но мы вот забываем, как, что Мукунда был очень сильно наказан Гуранга Махапрабху. Он сказал, что я не могу дать прему Мукунде, как он так много севы совершает, киртаны поет и прочее, прочее. Да, он делает, но ходит, общается с кем попало. Он как хамелеон приходит в какое-то общество и притворяется участником, как-то меняет все свои принципы и прочее, как хамелеон, в общем. И вот, но потом Махапрабху все-таки просили даровать ему милости, и Махапрабху сказал, хорошо, через 10 миллионов рождений я дарую ему прему. И Мукунда, когда он услышал, он начал радоваться и танцевать, и сказал, о Господь, я... Ты сказал, что даруешь твою милость через 10 миллионов рождений, и я очень рад. И Махапрабху сказал, благодаря твоей сильной вере, сильной решимости, ты уже прошел через эти 10 миллионов рождений, и сейчас я могу даровать тебе прему. А почему? Все это правильно, поскольку время, место, пространство, все служит Верховному Господу. Если Расалила совершается в течение Брахма-ратри, в течение ночи, Брахма — это огромный промежуток времени, но гопи чувствуют, как это все прошло за считанные секунды. И все для Кришны возможно. Почему это невозможно? Мы должны быть очень искренни, мы должны находиться на нейтральном уровне, чтобы понять, что я хочу сказать, поскольку без должного ачарьи, без садгуру мы не можем стать успешными. И поэтому, почему мы спорим на эти темы? Почему вы не пытаетесь понять и не исправить всю ситуацию? Я буду говорить о том, что Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакура хотели сказать. Шатам, катам, рикам, сравана, курдей, сусан, притам.
И вот те, кто слушают Харикатху из уст чистого Садгуру, с полным вниманием, с искренностью, они очищают себя, и никакого осквернения материи и вожделением не может быть. И они могут достичь лотосных стоп Верховного Господа, несомненно. Это обещание Господа, и из, от Капила Дева мы знаем. Сатан прасангят, если вы обретаете подлинную сатсангу, тогда вы никогда не почувствуете, что вам нужно куда-то еще идти. Если вы обретаете подлинное, нечто полное, настоящее, то зачем вы ходите там и здесь? И постепенно так вы получите нечто подлинное, то, что хочет ваша душа. Ваша душа, материальный ум, материальное тело, они всегда действуют как предатели, против вашей души они выступают. И вы, если так идете на их поводу против своей души, то вы также предатель. И в этом стихе говорится, пытайтесь помочь себе. На английском такая пословица есть, что Господь помогает тем, кто помогают сами себе. И это правильно. И вот сатан прасанги. И вот нет сомнений в этом. Пытайтесь понять, если нет биджа, нету силы, нету могущества в Харикатхе, чистых саду, то зачем мы должны слушать эту Харикатху? Чтобы слушать какую-то ложную философию? Нет. Если вы не чувствуете вдохновения после слушания Харикатхи, то что за Харикатху вы слушаете? Это должно случиться. Чистая Харикатха, если вы слушаете ее, то какая-то реакция должна произойти, но, к сожалению, люди заняты какой-то ложной пратишхой и прочими вещами, поэтому они не могут достичь нейтрального уровня. И в этом главная проблема. И вот смотрите, если вы мы не обретем совершенного ачарью, в этом проблема. И потом на пути нашей наставнической преемственности может какая-то проблема случиться. У нас нет права как-то осквернять духу, какое-то духовное общество, если и не нужно осквернять всю сампрадаю, можете уйти, если вам тяжело. И в ученической преемственности мы прославляем. Точнее, какое-то осквернение происходит. И без не обретя подлинного ачарью, мы не сможем достичь успеха. Конечно, можем что-то делать, но оно так и есть. И можно вспомнить достаточно давно, я говорил,
когда Брахмаджи давал этот Бхагаватату Виген Нараде, он предостерег его: «Мой сын, будь осторожен, я даю тебе эту Бхагаватату Вигьяну, сокровеннейшее из сокровенного». Вот это шлока о Бхагавататве. Я тоже говорил об этом, но мы забыли. Гухьям значит наисокровеннейшее. Вишудхам чистейшее среди наичистейшего. Ничто не может быть более чисто, чем Бхагавататва Вигьяна. И Дурбадхьям значит очень труднодостижимое. И вчера я также говорил. Вот Джагадананда Пандит говорит такие слова: я хочу распространить его книгу по всему миру. И тогда вы поймете, в этой маленькой книге все есть. Джагадананда Пандит, вечный спутник Гуранги Махапрабху, написал ее очень простыми словами. По милости Садгуру Вайшнавов мы можем просто понять. И поэтому я вчера сказал, что хотя были какие-то ошибки в жизни Аджамила или в жизни Шабари, Яяти, какие-то проблемы были, да, они признали их. Можно изучить их жизнь в Бхагаватам. И они признают, что они совершили те или иные ошибки. Даже Бхараджи Махарадж, он тоже скорбил, что его жизнь прошла зря, но все же они очень просто сердечны. И нет, в жизни Шабари и в жизни Аджамила нету никаких проблем, или в жизни Яяти, и также по милости Кришны они могут достичь успеха. Но что о нас с вами, наш ум очень запутан, всегда мы какой-то политикой занимаемся. Но смотрите, быть ачарья – это не вопрос политики. If somebody requesting, Maharaj, give me the Kattariramra, I have not initiated myself. How I can give initiate? How I can initiate you? No. И вот Шидарда Госвами Махарадж, когда кто-то просил дикшу дать, ну какой-то недостойный человек имеется в виду, то он говорил, что я сам посвящение не получил, как я вам могу дать. Или кто-то Расататви просил что-то рассказать, а Шидарда Махарадж говорил, что я недостоин говорить об этом. И это значит подлинное смирение. Под Тринадапи это не лесть, это и есть подлинное смирение. Сейчас, к сожалению, эти вещи очень часто путают. Кто-то очень сладкими словами может убить человека. Вот Махарадж. Есть люди, которые очень сладкими словами собирают деньги, чтобы, ну, просто их цель – собрать побольше денег. И вот они в Гауди обществе приняли какое-то прибежище, но, держа Бхагаватам, я могу смело заявить, что все такие люди майавади, они в одежде саньяси могут быть, но но они обманывают людей. Парам виджете Шри Кришна Санкиртанам – это девиз подлинного Гаудия, участника Гаудия Мадха. Даже если жизнь уходит, то если они встретятся лицом к лицу к смерти, то даже перед смертью все же они не изменят свои сиддханты.
Они примут эту абсолютную истину абсолютным образом, и любое, и ни на никакие приманки они не пойдут, наша Гурварга. И вот кто-то, если спросит, и вот Сидар Махарадж, например, приводился, как какие-то недостойные люди просили получить посвящение, то Сидар Махарадж говорил, что сам еще дикшу не получил, как я могу вам дать. Но это его смирение было. Я повторял эту шлоку много раз, еще раз повторю, может кто-то из какой-то богатой семьи, очень красив, образован или еще что-то, но что толку? Без Гуру Крипы никакое знание шастр мы не сможем принять, осознать. Может человек знает санскрит, хорошая память у него, но осознание, где он обретет, просто прочтя книгу, этого мало. Осознание не продается на рынке, и без Гуру Крипы нет никакого другого пути, нет никакой альтернативы. Без Гуру Крипы нет никакого пути, и если мы обретем полную Гуру Крипу, милость Гуру Парампары, то тогда мы сможем развить это чувство, чтобы видеть различия в Сиддханте и прочим. Мы должны стать просто сердечны. Если в вашем сердце нет никакой запутанности, то вы можете понять учение Гуранги. И вот Джагананда Прабху говорит, что если ваше сердце просто, то будьте уверены, вы поймете учение Гуранги Махапрабху. Вы обретете божественную помощь от Нитянанды Прабху, кто есть Акар Гуру Таттва, и поэтому проблем нет. Но я хочу напомнить вам, достаточно давно я хотел обсудить, но сейчас напомнить хочу, что Брахмаджи, он предупредил народу: «О мой сын, будь осторожен! Я дарую тебе этот Бхагаваттва Вигьян, это все о славе Верховного Господа, и сам Верховный Господь поведал это мне. Пытайся осознать это все, принять, и автоматически ты увидишь, что Харикатха, как поток, как водопад будет исходить из твоих уст, если ты примешь, осознаешь и переваришь, как в медицине есть такой термин, что мы, если мы что-то едим, еще и усвоение важно. Просто что-то съесть мало, это еще усвоиться должно, перевариться. И вот во время усвоения все элементы пищи, они питают все клетки вашего тела. И это вот процесс усвоения зовется. И также вы не просто переварить, усвоить должны все. И тогда я могу поверить, что вы чистые преданные, вы можете говорить Харикатху. Если вы сможете осознать, то тогда вы сможете говорить Харикатху, но если у вас несварение какое-то или понос, то если вы что-то едите, то пища не будет усваиваться должным образом. Sangroho ayam ibutinam tametat vipulikuru. You can explain it.
You can go. You know? How? What is the procedure? Brahma speaking. И какова же процедура? Брахма говорит, мой сын, ты должен быть очень осторожен, куда идти, какова процедура? И с такой твердой решимостью ты должен проповедовать, иначе не иди на проповедь, не оскверняй ничего. Если ты сможешь принять, осознать такой решимостью, сможешь идти проповедовать, чтобы ваш Ачарон поддерживал вас, чтобы вы смогли говорить Харикатху, и тогда, благодаря этой Харикатхе, все люди почувствуют какую-то реакцию в их сердце, и они смогут обрести бхакти. Почему я вынужден был говорить таким образом? Если вы думаете, что я не нахожусь на нейтральном уровне, то вы можете проверить меня. Почему я вынужден был сказать таким образом в Ачароне, в этикете, в Садхгуру Ачарья, в его природе дживахимсы нет. Дживахимса значит зависть и насилие каким-то другим душам. Есть люди, которые, майвади особенно, они очень красивые, сладкие слова используют, что... И люди привлекаются этими словами. Я говорю жестко, прямо. И поэтому некоторые боятся приходить ко мне. That parrot can come to me. I have that kind of confidence. Maybe they can today kick me, today can fight with me, but someday. Махарадж пример приводит, что несмотря на то, не все понимают меня сейчас, но в дальнейшем поймут. Это может занять какое-то время. Внешне может выглядеть, что я без милостив, что говорю как какие-то жесткие слова, какую-то сильную харикатху, но если кого-то этим задел, не беспокойтесь, я делаю это из-за любви к вам. И вот under the guidance of Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, or our Guru Bhargava, most of our Guru Bhargava, you can remember long ago, maybe 8 months or 1 year before I was discussing. Под руководством Шрилы Прабхупады, нашей Гурварги, Шрила Прабхупад перед тем, как послать своих посланников в Европу, на Запад, в Америку, Шрила Прабхупад, он хотел сказать нечто важное, я уже говорил об этом. Он смиренно начал говорить тем посланникам, которые понесут послание Гуранги Махапрабху в западные страны до тех пор, пока вы недостойны. Шрила Шинардев Госвами Махарадж говорил, я недостоин для проповеди. Нет, я... Что я могу проповедовать? Поскольку он был очень смирен. Но так или иначе, Шрила Прабхупад вынужден был сказать, что я думал, что после моей смерти никого не останется, но сейчас я уверен.
и что Бхактивинодара, она никогда не прервется. И те, кто проповедует, они должны всегда помнить это. Что время пришло, если нету искренности среди нас, если мы забываем, что вся сампрадая, она зависит от нас, то, а если мы заняты какими-то пристрастиями, тем гуру или этим, то ничего хорошего не будет, а мы должны понять гуру татву. Если мы поймем ее, то все проблемы, они исчезнут, они закончатся. Мы должны осознать гуру татву, ачарья татву. Можно вспомнить, я из Катху Панишат шлоку приводил несколько дней назад. И вот эта Бхагават-таттва, она очень сокровенна, что мы не можем, она очень, тот, кто может говорить о Бхагават-таттве или Атма-таттве, они очень и очень редки. Поскольку, услышав, никто не может понять, и прочтя тоже далеко не каждый понимает. А если вы... Атмавид, то есть тот, кто может дать нам должный совет, он очень редок. А те, кто могут принять эту атма-таттву, они еще более редки. Мы должны понять это. Пытайтесь понять значение слов Кришны. Кришна сказал такие слова: «Ачарья мам виджани яд». О, Удов, я сам ачарья. Ачарья мам виджани яд, знай, что я сам ачарья. Я сам ачарья, будьте внимательны. Я прихожу в форме ачарьи, в форме гуру, того, кто дает наставление. И вот очень глубокая философия, мы должны понять это. Хотя в Гите мы читаем это, но не понимаем. И Кришна говорит: почему я говорил об этом вчера? То, что Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит такие слова. Те, кто несут, то есть те, кто несут флаг Бхагавад-дармы, но сами по себе ничему не следуют, то их такое, они, будучи примерами для обусловленных душ, только больше будут их обуславливать. И Шрила Прабхупад говорит, что те, кто... И вот Шрила Прабхупад говорит, что по таких падших душ, падшего гуру, то есть эти гуру настолько падши, что мы не только не можем доедать за ними, но и давать им доедать нашу еду тоже плохо. Это тоже может стать причиной нашего падения. А как же это понять? И вот нет никаких
организации, которые учили бы, как стать ачарьей, какой-то глупый человек в Навадвипгате объявление повесил. Там он учит, как учит тому, как давать лекции по Бхагаватам. Но это глупость. Я хочу такому человеку по лицу тапком дать. И вот пытайтесь понять, это не вопрос обучения, и поэтому из Айодхи, хотя Айодхи это и вот там один ачарья, который выбран был, но он очень глуп был, всегда занят был какими-то материальными вещами. They have no reaction. So you see, you know, train is, you know, taking preparation. Then the acharya of the village took decision. Well, that small disciple there, Brahmin boy, very pure etiquette, he is doing gosheva. His hands and legs always full of cow dung. Acharya speaking at the village, bring him! И вот, в общем, в этой Айодхе в общем, этот ачарья, который был подлинный ачарья, он выбрал, чтобы следующий ачарья был, там был, там в храме был мальчик из семьи брахманов, который работал в Гошале, вот он сказал привести его, и Садгуру, он очень могуществен, он может даровать силу вам, но как удержать эту силу, как ее принять? Хотя, смотрите, Гуранга Махапрабху, он как? И вот Махапрабху, он когда путешествовал по Южной Индии, он даровал силу кому-то и говорил, иди проповедуй. И в Чайтанье Чаритамрите об этом описывается, и поэтому я не говорю, что это невозможно, это на 100% возможно. Шрила Прабхупад может вложить силу, нашу силу, свою силу в нас, но как это принять? У нас емкость должна быть для этой милости. И таким образом вы должны понять, я не хочу оскорбить какого-то ачарью или следующего выбранного ачарью. Я просто говорю о фактах. Вчера я говорил о... Я знаю из своей собственной жизни, перед учителем мы должны очень почетно к нему, почтенно к нему относиться, даже увидев на дороге, мы должны поклониться ему или хотя бы на словах почтения выразить, но сейчас какие-то бессовестные люди могут работать учителями, но главное в чем? Перед тем, как выбрать гуру, нужно посмотреть на его моральный облик и все остальное. Но сейчас, к сожалению, таких гуру, даже просто учителей с безупречным поведением очень мало. А в мое время эти учителя обычно были безупречного характера, они были высокоморальными личностями, и естественно мы их уважали. А если мы видим, что какие-то учителя, они
ведут себя как попало, ничему не следуют, а просто их выбирают из-за того, что они лучше всех учились когда-то или просто много баллов на экзаменах набрали, то это глупо. Кешав Госвами Махарадж, он говорил, что даже если просто стать отцом и матерью, нужно изучить, как этим заниматься, чтобы не было такого, что случайно дети появляются, как попало, их воспитываются без всяких моральных принципов. Это хорошо, это плохо, и как же очистить такое общество, как же привить ему моральные принципы, и поэтому все должны учиться, но в духовной преданности, на духовном пути нельзя организовать курсы ачарьи или что-то похожее, это невозможно. Я много раз говорил, Шри Шрила Прабхупад говорил, что признак ачарьи – его уникальное настроение служения. Шрила Прабхупад говорил об этом, что признак совершенного ачарьи – это его уникальное желание служения. Все 24 часа в сутки, даже во сне не совершают Бхагаватсеву, что говорить о чем-то еще. А если вы выберете какого-то глупца, который будет работать в ачарье, заниматься всякой ерундой, то это плохо. Кришна говорит Гите, Кришна в Гите говорит Удаве. Те важные люди в обществе, знаменитые люди в обществе, обычные люди следуют им, обычные люди, они глупые обычно и не знают, кому следовать. Однажды еще Гурдев сказал, однажды я пошел на Гангу, поскольку Гуру Махарадж в Калне жил какое-то время, и вот там Ганга недалеко, он ходил туда, и вот в день Махалаи, that is called Krishna Paksha, Pitri Paksha. In that day, you have to offer all funeral, cake. И вот день один есть Питри Пакша называется. В этот день нужно предлагать подношение умершим предкам. И вот Гуру Пад Падма сказал, я пошел на Гангу, чтобы принять омовение. Там куча народу было, это думал, что делать. И я увидел один знаменитый этот Мукурджавари. Мукерджавари, этот браман знаменитый местный, и вот он пришел с одним емкостью для воды из этого из меди. И вот там ложка панчапата, в общем, какая-то большая. И вот этот человек пришел, видит куча народу, браманов и других, все пришли, и где же оставить эту емкость для воды? И вот он, у всех таких тоже много, и подумал, как же сделать, чтобы отличалось. И вот он взял горсть ганги из глины и кинул в эту емкость с водой, чтобы отличить ее потом, узнать, что его именно, иначе он пойдет принимать омовение, вернется, а потом не найти свой горшок с водой. И вот Гуру Махарадж видел это, и вот когда вернулся, и после того, как повторил все свои мантры, гайтри и прочее, и вот пришел и смотрит, что случилось. В каждом горшке горсть глины. А люди просто видели, что он кинул глину в свой горшок и подумали, что вот уважаемый человек это делает, и мы должны так сделать.
И вот притча о том, что если какие-то знаменитые, великие люди в обществе что-то делают, то другие им следуют или подражают, по крайней мере. И поэтому Шрила Прабхупада на своей лекции приглашал всяких губернаторов Бенгалы и прочих известных людей. А почему? Поскольку если обычные люди, то, если придут какие-то великие люди, то обычные люди будут следовать им. И вот это одна из... И это один из способов проповеди, если кто-то откроет выставку, чтобы показать всем, что он без причины не привязан, то это глупо. Нишкинчан, такая непривязанность, это автоматически происходит. Нишкинчан, то значит то, что случается в вашей жизни. Ваша единственная цель должна быть лотосные стопы Гуранги Махапрабху. И вот Шрила Прабхупада, когда основал 84 храма, он все равно был нишкинчан, он был отрешенным и непривязанным. И Кришна также говорит о себе, что я нишкинчан, что лотосные стопы Радхарани – это единственное мое сокровище, но кто может почувствовать, и вот пытайтесь понять, Горкишодас Бабаджи Махарадж, он на 100% нишкинчан, ничто в этой жизни не было у него для его личной какой-то корысти. Он на 100% нишкинчан, но какие-то демонического характера. И вот какие-то эти демоны хотят как-то препятствовать. И вот однажды Горкишодас Бабаджи Махарадж, к нему пришел какой-то человек. After that, he arranged one skull of dead body. He wanted to take, you know, water in the skull, everything. And he is preaching that my renunciation, my vairagya is more and more than that Sadhu Gurga's body. Idiot number. А еще там был какой-то Майвади, он с... А вот он где-то рядом с Горкишодас Бабаджи Махарадж, там жил Горкишодас Бабаджи Махарадж, пил воду из этих кокосовых, с кокосовой скорлупы, а тут этот Майвади, он жил рядом и хотел показать, что он более велик, чем Горкишодас Бабаджи Махарадж, и пил воду из черепов, и всячески себя расхваливал, рекламировал. Горкишодас Бабаджи Махарадж, он жил в этом каком-то баджан-кутире, хотя Шрила Прабхупад можно видеть, он... Горкишодас Бабаджи Махараджа не каждый мог понять. Какие-то люди, они пытались имитировать, но Ачарон Саду у нас нет права имитировать. Если мы будем это делать, то ничего хорошего не произойдет. Саду Ачарон, его поведение, его характер, это не то, что нужно им имитировать. А если будете заниматься этим, то вы обречены на смерть. И вот в этом материальном мире мы находим... И вот, смотрите, кто-то хочет поместить свое имя в книгу Гурудева как саду, но как говорить о себе как о саду, если так много проблем в нашей жизни и нет простоты в сердце, есть зато какое-то лицемерие, и кто-то, если хочет воспользоваться именем Гаудия Матха или именем своего Гурудева, то как
весь мир, все люди, они плачут, они так много боли получают, они страдают в этом материальном мире. Но Гауранга Махапрабху сказал вот эту шлоку в Шикшаштаке. И вот можно видеть, что в материальном мире люди испытывают страдания, теряют своих родственников и еще что-то. Они приходят к саду, чтобы утешиться, но если этот саду обманщик, то куда еще они пойдут? Это мой вопрос всем вам, куда такие люди могут пойти. Если они любят саду всем сердцем, как гуру, как отца, если этот саду обманщик, то что случится, куда они пойдут? И таким образом все общество, оно не уважает нашу сампрадаю. К сожалению, ситуация нашей сампрадаи в том, что мы потеряли уважение. И под именем саду некоторые занимаются какой-то коммерцией, и это плохо. Шрила Гурудев, он шутил на Бенгале вот таким образом. И вот, вот Гуру Махарадж такой случай рассказал. Ну, про это. И вот мы не можем идти на компромисс в отношении Ачарьи и Сиддханты Ачарьи. Мы не можем идти ни на какие компромиссы. Если мы идем на компромисс с чем-то, это значит, что мы должны оставить что-то плохое и оставить что-то хорошее, принять что-то плохое. Это компромисс называется. Но если гуру Вайшнава идут на компромисс, не значит, что они что-то плохое принимают. Когда Шрила Прабхупад говорил, что наша жизнь очень коротка, и в эту короткую жизнь мы должны находиться под руководством Ашрая Виграхи с полной гармонией с ним. И полная гармония не значит, что чистый саду, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Кешава Госвами Махарадж, они будут опускаться со своего возвышенного уровня на наш низкий. Это не так. А как это должно быть? Саду настолько милостив, он знает, что обусловленные души, они совершают какие-то ошибки, но и вот саду говорят, не делай так, делай по-другому. И вот Махарадж говорит, аник повторять нужно утром, идеально перед восходом, иначе вы не сможете обрести должную силу от этого аника, от этих гайтри. И Шрила Прабхупад, вот компромисс, что значит? Это не значит, что возвышенные саду потеряют свое возвышенное положение и опустятся на уровень каких-то шакалов. Who told you to make temple? Bhaktivinoda Thakur said, no, big acharya sadhu, they can make temple.
Обычные люди, они не могут создать, построить храм, только великие саду Вайшнавы, они могут сделать, построить храм, который будет именно настоящим храмом. Если вы с помощью своих денег строите какой-то храм, то это невозможно сделать. Если вы силы делаете, то вы должны, можете это сделать, но общество, оно осквернится. А что может быть хуже, чем открыть какую-то духовную организацию, но заниматься какими-то материальными делами в этой так называемой духовной организации. Обычные люди никакого блага не получат от этого, и это очень опасно. Who can cook for us nice dukkha, chana rasa, you know, and we can go on taking in the name of prasadam. All contamination. All contamination. What will happen? If people, common people going to believe you, they think you are a big elevated И вот если люди поверят какому-то обманщику, который представляется каким-то саду, то что дальше с этими людьми будут, куда им идти? Я знаю таких людей в своей жизни, у них 3, 4, 5 гуру ложные оказались, они все падали. Даже некоторые из моих братьев боги, они так, их гуру падали, и потом они уже не знали, что делать, где же найти подлинного гуру. Потом они пришли к моему гуру Падмеш или Пури Госвами Махараджа, но все же они не могут совершать баджан. Very cheap darshan. That is so cheap. Are Maharaj, if somebody not going to follow the rules and regulations, idealism of my guru. И вот если кто-то не следует правилам и предписаниям идеализма моего гуру Падмы, занят какой-то дешевой философией, то как такого человека называть братом в Боге? Если он против учения Гурудева, то как говорить о нем, что он брат в Боге? И поэтому Шрила Прабхупада говорил, сказал, что я единственный ученик Шрилы Гуру Кишора Дас Бабаджи Махараджа. Шрила Прабхупада может так заявить, но мы не можем, поскольку Шрила Прабхупада следовал всем правилам и предписаниям, всему идеализму своего Гурудева. А если мы не сможем обрести идеализм Гуру Падмы, то как мы можем сказать, что мы ученики Шрилы Пури Госвами Махараджа? То есть мало просто называться учеником какого-то великого гуру, нужно еще исследовать всем его принципам. Why you are putting question in front of you? Why not you open your eyes and grow your consciousness to discover what is wrong, what is wrong? Why not you do? You can try to understand this guru tattva, acharya, everything. And now, if your eyes is open, then you can discover, oh my God, whole life my gone, you know, this way. Bhaktivinoda Thakur speaking. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что ачарьи, они нетерпимы, они всегда стремятся к какому-то почету, и сейчас те, кто ачарьи, они никогда не потерпят никакого неуважения в свой адрес. Чтобы понять чистого саду, можно что делать? Можно попытаться что-то неуважительное сделать в его адресе, посмотреть, есть ли реакция в его сердце, но как? То есть, если вы будете оскорблять Гуру Варгу, то он как тигр, как Шрила Кешава Госвами Махараджа, он ответит вам.
и тогда вы поймете, что он чистый вайшнав. И вот сейчас те, кто действуют как ачарьи, сампрадаи наши, они не могут потерпеть никакого неуважения в свой адрес. И вот this is the situation. If somebody not going to pay respect proper, then he become very angry. Like you, I can give you example from Bhagavatam. Dakṣa Prajāpati was very angry. Как вот пример из Бхагаватам, Дакша Праджапати был очень гневен, поскольку Шанкар Бхагаван внешне почти ему не выразил, не встал. И вот он оскорбился, начал поносить его, и Шанкар Бхагаван вынужден был уйти. И почему Шанкар Бхагаван, все встали, а Шанкар Бхагаван не встал? Почему? Потому что Шанкар Бхагаван атма-таттва-вид. Те, кто атма-таттва-вид махаджаны, они могут сделать все. Внутри, а в уме они могут все сделать. Шанкар Бхагаван признался Деви. О, Деви, я уже выразил почтение, все, я в уме выразил почтение ему. Те махаджаны, им не нужно вставать на показ. Они парамахамсы, им внешне не нужно ничего делать, им не могут в уме выразить почтение, но Дакша Праджапати оскорблен был этим, как ты посмел не встать, сам Шанкар Бхагаван, которого сам Кришна уважает, Брахма уважает, но этот Праджапати Дакша, он был очень горд, очень падш, он ожидал, что почему Шанкар не выражает почтение мне, он должен поклониться, встать хотя бы передо мной, я его... отец его жены. И эти атма-таттва виды, они всегда утверждены в атма-таттве. Они видят душу, а не какие-то телесные связи. И вот он ожидал, что Шанкар поклонится ему. Вот смотрите, где сам Кришна Бхагаван, он Садашиве кланялся в форме Адвайта Гасая, а этот Дакша, он ожидал, что Шанкар ему поклонится. Смотрите, в этом и ситуация такая текущая. Decorating a very nice high altar. They don't ever feel shy. There are big, big Vaishnav there. How I can sit high asana? Big offensive. So material like demon. Now actually it is very important thing. И вот сейчас очень важно то, что все духовные эти праздники, к сожалению, стали как материальные праздники. Никто не думает, не оценивает, не понимает, почему мы не обретаем силы, в чем причина может быть, что мы не обретаем силы, если мы вроде все делаем. Хотя вчера говорила, что это Бхагавад-дхарма, она настолько чиста, настолько великолепна, что если мы как-то придем в какое-то соприкосновение с этой Бхагавад-дхармой, Бхагавад-таттва-вигьяна настолько чиста, что просто услышав, восхитившись, медитируя или любя ее, или одобряя ее, если что-то сделав из этого,
можем ничего не понимать, а просто одобрить, чтобы она проходила. И почему нужно какое-то отдельное место, чтобы говорить и служить Харикатху? Я думаю, что все храмы, мандиры – это мои храмы, наши храмы, но там не позволят говорить Харикатхи, поэтому нужно какое-то нейтральное, отдельное место, где нас не могут остановить, чтобы мы говорили Харикатху абсолютным образом. Вчера я... Because I promise somebody, it is my principle. If I promise somebody something, if I am going to break, I cannot tolerate. That's why he has been some, some. That's why yesterday I couldn't speak. I wanted to speak so many things. Some anxiety was there. But usually I am living my life like a child. No anxiety. But it's aprakita anxiety. It is related with Krishna Bhajan. Hari Bhajan, Gauranga Bhajan, that's why it was touching my heart. So, that's why I couldn't explain. Yesterday, и вот вчера Махарадж был обеспокоен чем-то и не смог долго говорить, но так или иначе, если уже провозглашено, что Бхагавад-дхарма настолько великолепна, и так или иначе, если у нас будет какая-то связь с этой Бхагавад-дхармой, мы обретем благо. И никакого неблагоприятного не может быть. Даже если весь мир будет против такого человека выступать, то никакой реакции он не получит, если он привязан к, так или иначе, к Бхагавад-дхарме. Dhavan Nivritova Netre, Naskalet Mapadet Iva. No question of her. И нет вопроса падения такого человека, но мы лицемерны, к сожалению, поэтому такие люди падают, нарушают свои обеты, но кто следует всем правилам и предписаниям, очень редко такое происходит. Кто-то занят своей лабхой, пуджей и пратиштхой, но это не обязанность Вишу Вайшнава Раджа Сабхи. Даже слово, это название настолько чисто Вишу Вайшнава Раджа Сабха, что я не имею права ее повторять без милости. Гурваги, у нас нет никакого пути. Без милости Гурваги мы не сможем осознать, принять, усвоить Харикатху, осознать что-то. И вот смотрите, если это все описано, то почему мы не получаем улучшения в нашем баджане, почему мы не чувствуем улучшения в нашем баджане? Единственная причина – это лицемерие в нашем сердце. Мы не искренне, мы недостаточно искренне, и вот я хочу напомнить вам одну шлоку из Шримад-Бхагавад-гиты и комментарий, написанный Бхактивинода Такуром, и после Вишванатха Чакраварти, Баладева Видьябхушана Шридас Госвами Пада. Они прекрасный комментарий оставили, но после этого общее интерпретация, объяснение, данное Шрила Бхактивинода Такурам из его понимания, оно очень просто, очень изящно, очень понятно, что я не могу это объяснить. Мы должны зависеть от Шрилы Бхактивинода Такура, от Шрилы Прабхупады. И вот смотрите, что это за шлока, 4-я часть, 33-я шлока. That why no contamination, we cannot allow any contamination. We cannot allow any contamination. Мы не можем позволить никакого осквернения на пути Ачарьи, но внешние какие-то дефекты, если мы
находим, я могу говорить из учения Рупа Госвамипада завтра и послезавтра, и потом. Я завтра объясню эту шлоку, сейчас я задену эту важную тему, чтобы вы не могли меня понять превратно. И вот мы ходим на различные праздники, принимаем просад, слушаем харикатху, но почему мы деградируем? Хотя должны развиваться, но почему деградируем? Из-за осквернения сердца и окружающей обстановки. Шрила Бхактивинода Тхакура дает нам такой совет. Всегда, каждый день, вечером перед сном, вы должны думать, что вы сделали в вашем баджане сегодня. Было ли все совершенно или нет? Какое благо, какое улучшение в вашем баджане произошло сегодня? Шрила Прабхупада говорит, что мы должны каждую часть секунды думать, правильно мы делаем или нет. Можно видеть, что люди, которые заявляют о себе как цивилизованные, но ведут себя совершенно по-другому. If you enter the restaurant, you will have to become nude. You will have to open your all your clothes and you know everything, full open. Then you can enter that restaurant. So nice civilization, and you have to rich man going there. You have to pay huge amount. But there is big rush. Nobody coming to me. Nobody coming to Bhaktivinoda. Nobody like to come into Prabhupada. But there is too much rush. You know, you have to stand in queue. For this kind of dirtiness, this is our civilization. And the more you can show your, expose your naked, you know, picture, you are more and more. Махарадж говорит, что на Западе есть мода на нудизм, и много людей следуют этому нудизму, уходят без одежды. Но это не признак цивилизации. И но сейчас у меня есть надежда, что перед моей смертью я надеюсь увидеть какого-то преданного, который может осознать все, что я говорю, тот, кто может. Проповедовать это послание Бхактивинода Тхакура, и вот я хочу произнести эту шлоку из Бхагавад-гиты. О, Партха, все, что ты делаешь, если ты не обретаешь суть всех твоих действий в форме гьяны, знания, ты вот можешь делать различные вещи, но вечером нужно подумать, осквернилось ли наше сердце или очистилось, получили ли мы вдохновение, чтобы совершать баджаны, или у нас есть какая-то леность, откладываем все на потом. Гуру Вайшнавы говорят, нет. Чистые Гуру Вайшнавы, то, что они говорят, согласно наставлению Шрилы Прабхупады, бхакти – это естественная функция нашей души.
Но кто-то думает, что это искусственно. Но мы на самом деле следуем каким-то искусственным вещам. Материального наслаждения мы не можем избежать, но запах материального наслаждения может осквернить ваш баджан. Будьте осторожны. И все в итоге приходит в наше сердце в форме гьяны знания, как харикатху, которую вы слушали, или какое-то собрание в Бандару, фестивале посетили, но а если мы после посещения таких разных мероприятий не чувствуем вдохновения, а какую-то летаргию, какую-то эту усталость, леность, то это говорит об осквернении. Материальные яги, те, кто заняты материальной яги, with matter. In Kalikal, why Harinam is the topmost thing? Почему в Кали-югу Харинам наивысшее, поскольку мы не можем избежать осквернения, поскольку все осквернено. И что же делать, если мы ничего чистого не можем найти, поэтому все оскверняется? И все различные фестивали, праздники осквернены, то что же делать? Мы должны следовать лиле Гуранги Махапрабху, как Матаджи должны быть очень осторожны, мужчины тоже должны быть осторожны. И Кришна говорит о Арджуна: жертва это знание, оно выше каких-то материальных вещей, поскольку материя может оскверниться в любое время. Я могу посмотреть, если мы покупаем фрукты где-то, кто-то человек может что-то ел, руки не помыл. Вы покупаете какие-то яблоки, например, он этими оскверненными руками что-то дает вам, или сладости покупаете, то люди там тоже не всегда руки моют, или они делают эти сладости, то оно еще бывает, ну, в Индии особенно жарко, люди сладости делают, это потеют в процессе, пот попадает на эти сладости, они оскверненные получаются, Кришна их не принимает. Вот. И поэтому очень хорошо, если вы можете каким-то тонким образом делать, поскольку материальные вещи не так или иначе осквернены, ги, тоже часто осквернено, которое в яге используется. Так хорошо, что ги растительное будет, оно еще и может быть из какого-то там животного жира, что гораздо хуже. И таким образом все осквернено, как чистоту поддерживать, поскольку если нет чистоты, то вопрос о баджане не возникает. Я видел жизнь моего Гурупад Падмы. Я был очень удивлен. В возрасте 98 лет он очень строго поддерживал все правила чистоты. Если вот он ходил в туалет, даже ночью, зимой, он по-маленькому если ходил, то он по пояс смылся каждый раз. Потом мыл руки по локоть, полоскал рот и нос. И вот в сравнении с Гуру Махараджем я
не вижу, что я поддерживаю свою такой чистоты. Я, люди, конечно, говорят, что я много чему следую, но относительно Гурудева, кто я? И вот Кришна говорит, Арджуна, ultimately coming in the form of gyan, knowledge in my life. If my hearing Harikatha in front of my Guru Maharaj not giving any impression in my life, then what Harikatha? If my taking Diksha from my Guru Padma Bhakti Bodh, not putting any impression in my life. Если Дикша, которую мы получили от Гурудева, не производит впечатления, не меняет нашу жизнь, что толку от такой дикши. И вот в этой штуке говорится, что жертвоприношение, совершаемое с помощью знания, лучше, чем просто принесение жертвы материальной собственности. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: о преданные, вы идете на какие-то праздники, но в итоге все ваши действия должны быть в форме осознания. Если вы совершаете парикраму Гурудамы, но после парикрамы осознание не приходит, то что толку? Иногда я парикраму каждый день совершал, иногда два раза, но во время этой парикрамы ни с кем не говорил, повторял Харинам, только это проще. И после парикрамы, если я не получаю никакого осознания, то что за парикрама такая? Idiot number who is Girira not going to carry a dud ki dhara. If they are going to do parikrama with milk, flow of milk. Ну, Махарас говорит, что еще есть люди, которые парикраму совершают. Дудхи дхара называется. И молоко разливают вокруг Гавардхана. Но толку от этого нету. Material intensity, black business, okay, we take it. Now it is your, responsibility what to do, what not to do. So Bhaktivinoda was speaking, whatever you are doing. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, все, что вы делаете на пути духовной жизни, вы должны думать о том благе, которое вы обретаете. Без этого чувства, все ваши действия, что вы сделали, они не бесполезны. Вы должны думать, какое благо обретаете от всего. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит на Бенгале, когда вы... И вот Бхактивинода Тхакур на Бенгале говорит, осознание чит бхавана. If there is no increasing order, if you cannot find any increasing order of your realization, then what kind of? Если ваше осознание не увеличивается, то что толку от той деятельности, что вы занимаетесь? Кто-то Махапрасад ест в Говиндамандире, кто-то в Ганге омывается, кто-то Лакхаринама повторяет, кто-то чьи-то лекции слушает. Но это все нужно обдумать, что за просад мы едим и прочее. Как Удав Махарадж с полной уверенностью говорит о Прабху. Твои гирлянды, твоя асана, остатки твоей пищи, все, что осталось после тебя, это просад. Имеет огромную силу, и просад Вайшнава более могуществен, чем просад Кришны, это Маха-Маха просад, поскольку Удавджи Махарадж, я в следующий день буду говорить о нем, и вот Удавджи говорит: о Господь, мы используем твои гирлянды, одежду, асану, остатки твоей пищи, все. И как мы можем ожидать, что Майя победит
нас. Мы, несомненно, сможем достичь успеха. Вот в этой шлоке говорится, что служением прасаду мы достигнем успеха, и майя не может как-то повлиять на нас. А где доказательство того, что мы приняли прасад? В этой шлоке говорится, что служением прасаду все материальные эти проблемы уходят. И, а вот в этом киртане Мадхава Титхи, дни Господа Экадаши Джанмаштами и все прочие дни Кришны, это Бхакти Джанони, мать преданности, она может дать нам Бхакти. Все различные праздники Джанмаштами, Экадаши и все остальные, если мы не обретаем Бхакти, то что за Джанмаштами мы соблюдали, что за Экадаши, и Бхактину такого поет. С полным уважением мы должны выразить почтение Мадхава Титхе, поскольку если мы должны думать, какое, соблюдая каждый из этих Мадхава Титхи, каждого праздника, какое благо мы обрели. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это... Завтра я буду говорить об этой шлоке, сегодня время уже кончилось. В итоге вы должны получить осознание. И сейчас я хочу заключение сделать о том, какое благо. То есть, имеется в виду, мы должны каждый день думать, какое благо мы получили от соблюдения тех или иных дел. И вчера я говорил с разрешения Гурупад Падмы, если мы можем общаться с каким-то чистым саду, это хорошо. Но главное служение нашему Гурупад Падме, от которого мы получили дикша мантру, не должна быть обеспокоена. И шикша гуру, которого мы приняли как Махабхагавату, мы должны слушать харикатху от него, чтобы улучшить свой баджан. Но нужно запомнить, что шикша гуру, он подлинный шикша гуру, он должен показать, как мы должны уважать нашего дикша гуру. Если он этого не делает, то мы должны оставить его. Мы видели в жизни ачарьи, они никогда не эгоистичны. Один севак, он от какого-то преданного какой-то рис получил в качестве подаяния, и ачарья текущий, не хочу его имени называть, и вот Ваман Госвами Махарадж был ачарьей в то время, и этот севак получил дикшу. Бикшу получил подаяние, и, но тот ачарья очень разгневался: зачем ты оттуда это подаяние получил? А тот сказал, что я не себе прошу подаяние,
И вот он пришел к Гурудеву, и Гурудев, он уже узнал, что тот какой-то... А, то есть какой-то его этот брат Боги спорил, что тот на его территорию зашел и какое-то подаяние от кого-то получил. И вот он, Ваман Махарадж, похоже, сказал ученику своему, чтобы, поскольку тот брат Боги был, ну, его брат Боги, то с ним спорить нельзя. Если там сказал, отдавай рис, значит, надо отдать рис и все подаяние, что на его территории собрал, и уйти. Но имеется в виду, не спорить со старшими никак. И я вчера сказал, что Сиддханта Дживы Госвамипада, она очень прекрасна, и Дживы Госвамипад говорит такие слова. С помощью, от разрешения, получив разрешение у Садгу, он может, если он одобрит, чтобы мы слушали харикатху от какого-то подлинного саду, то есть мы, и подлинный гуру, он одобрит такой запрос. Но опять же, если гуру не подлинный, то часто из-за зависти он не позволяет своим ученикам куда-то ходить, что-то слушать, чтобы... И я буду говорить о качествах, о великом значении ачарьи. Смотрите, Кришна, сам Кришна говорит такие слова. Но если кто-то оскорбляет ачарью, то это очень плохо. Ачарья может быть внешне как-то беден, но или не давать посвящений, но быть ачарьей, его ачарон, он, его поведение, его идеализм, он показывает, что он самопроявленный ачарья. Но если кто-то совершает оскорбление в его адрес, то это плохо. И так один за одним я открою секреты Баджана, и мы не можем позволить, чтобы в жизни совершенного ачарьи были какие-то... А, точнее, не может быть никаких недостатков в жизни и в характере идеального ачарьи. И вот вчера я говорил о четырех видах обычных этих недостатков, дефектов, которые можно найти в каждой обусловленной душе, но в жизни чистого ачарьи такого нельзя найти, в жизни самопроявленного ачарьи. То, что он говорит, все сказано Баларамом, и поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура сказал, те чистые гуру вайшнавы, они никогда не ожидают, что я буду говорить харикатху, но они никогда не говорят, что я говорю харикатху. Кто может говорить харикатху? Харикатха – это не что-то, что чем может наслаждаться. Харикатха, она самопроявлена, она сама является, поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур в своем киртане говорит такие слова. О, Верховный Господь, Ты позволяешь мне испить нектар, и сейчас я... И вот он говорит: «О Господь, Ты, дав нектар своей харикатхи, я напился им, и сейчас я буквально пьян под влиянием нектара твоей харикатхи». И
как Рай Рамананда, он хотел сказать Господу: «Господь, ты очень хитер, ты воспеваешь Харикатху моими устами, и ты же слушаешь своими ушами. Ты воспеваешь Харикатху, и ты в то же самое время слушаешь. Я просто инструмент. Я... И вот мой Гурупад Падма Шрила Пури Госвами Махарадж, он не, если что-то писал, он всегда ссылки приводил на это, просто так он не писал. А со всеми референсами, ссылками, цитатами, что, когда, откуда, с какой шастры, какая шлока там и прочее, прочее, он все это указывал. О Господь, ты можешь воспевать своими, моими устами, слушать свою собственную славу. Я просто инструмент в твоих руках. Ты находишься в моем сердце и говоришь Харикатху, и ее же сам слушаешь. И это так должно быть. Аттаттабид Махапуруш always thinking, there is no man, there is no woman, there is no nothing. Таттавид Махапуруш, что не видит ни мужчин, ни женщин, он видит Кришну в каждом сердце. Куда бы его взгляд ни падал, он везде видит Кришну. Это Даршан Махабхагаваты Парамахамса. И вот сегодня я буду говорить более подробно об этом, но мы должны помнить Шрилу Прабхупаду. Мой Гурупад Падма говорит: в тот день, когда вы забудете Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Такура, вы помрете. В тот момент, когда вы забудете Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Такура, вы, это будет день вашей смерти. Шрила Прабхупада, Шрила Пури Госвами Махарадж, когда он говорил о Шри Прабхупаде, он всегда плакал, он говорил: я не могу объяснить, кто был Прабхупад, настолько он велик. Всю жизнь это был сюрприз, мы никогда не осознавали, кто такой Шрила Прабхупад, кто такой Бхактивинода Такур, и с таким настроением мы должны следовать, мы должны зависеть от Вани Вайбава, который дан Шрилой Прабхупадой и Бхактивинода Такуром. Каждый день я говорю об этом. Кипая хари кетана мурти дарам дарани варахарак гаура джанам джанакадика васала сингда падам пранамами сада Прабхупаду падам пранамами сада Прабхупаду падам пранамами сада Прабхупаду падам, ванча калпа дурвасики пасинди бхавача, патитанам павана бхавашна бхю намо нама.